Вы, говоря про Балабанова, сказали, что он очень тяжелый в работе. Ливнев – это человек, с которым вам работать легко и просто? Мне комфортно с Сережей, хотя он тоже непростой человек. Но сравнивать себя с Балабановым его бы не стал. Ну, вы сейчас не манеру имеете в виду, а масштаб таланта? Нет, я имею в виду комфортность работы. А, в этом смысле? Да. С Балабановым работать было очень тяжело. Но вы считаете его гениальным режиссером? Я считаю, что его одним... Я не апеллирую таким понятием гениальный, да, но я считаю его одним из самых лучших режиссеров прошлого, значит, века.